же, помогайте! Буду тебя мочить и мочить! Мало не покажется! Кого-то нужно убить, и сейчас я этим займусь. Чтоб тебя! Я справлюсь.
поймай меня. Что там может быть опасным? В противоположной стороне от запретного запада. Это был Дервал. Это он попытался. Ого, вот это зрелище. Вот это зрелище. Дальше я не проеду. А мне все равно, чем занимаются другие криминалисты. Я в их дела не лезу. Ого, здорово. Мне повезло, что я сюда попала. Несколько часов, и тогда можно. Остерегайся торговцев озера. Все до единого были. Слишком много работы. Надеюсь, перемирие будет долгим. Я не хочу, чтобы на моих руках была кровь. Когда у меня... Thank you.
Оставь меня. Ты не видишь, я веду поиски. А что такое? Кто-то свалился в реку? Нет, я... Ты не видела девушку лет 17. Не хочу верить. Ты что, думаешь, она утопилась? Я не знаю. Лида, моя любимая дочь, она пропала. Ты не заметил за ней никаких странностей? Она стала сама на себя не похожа. Раньше была такая веселая, играла в грязи с мальчишками. Что изменилось? Не знаю. По любому поводу со мной спорит. Особенно о перемирии. Считает, вообще не надо было начинать войну. Вот уже месяц, как она не улыбается. Все время сидит у себя в комнате. Почему я был так невнимателен? Где ты ее видел? Вчера вечером, у нас дома. Ей стало лучше. Она болела? Она как-то замкнулась, грустила. Я обрадовался, когда она решила выйти в сад. Больше я ее не видел. Может, она увидела на войне что-то ужасное? Да все мы увидели. Зверство безумного короля, залитые кровью улицы. Воины Итамина, отступая, прошли здесь. Но с началом перемирия Элида только еще больше ушла в себя. Она страдает из-за того, что наш народ разделен. Кто-то еще ее ищет? Я обратился к страже, но на них надежды никакой. Они говорят, девчонки часто сбегают из дома. Но не Элида. Я ходил к ее друзьям. Но они не видели ее несколько недель. Недель! Как я мог не знать? Но они ее поищут. Я уже везде смотрел и подумал, а вдруг она здесь, в воде? Клянусь солнцем! Я читаю следы. Я поищу. Где ты ее видел? В саду. Может быть... Ты найдешь что-то, что я упустил. Постараюсь. Да озарит тебя солнце. Нет места. А, наездница Нора с диковинным копьем. Как удачно подвернулась. Есть предложение. Подойди. Я Фернун. Слышь, Фернунд, глаза-то подними. Гляжу на твое копье. Оно прекрасно, но как оно работает? Острым концом тычешь в машину. Да, но как оно превращает врага в друга? Все очень просто. Да? Хотя ты не поймешь. Ближе к делу. Что нужно? Я нашел реликвию Предтеч, но она высоко, мне никак не достать. Реликвия на склоне Сумрачного Плоскогорья. Принесешь ее в доки Меридиана, и мы разделим прибыль. Ну, посмотрим.
Закат. Может, удастся отдохнуть. Это мне понадобится. Я вижу упоры, а не там, где ты и сказал. Ты слышишь, Сайленс? Нет? Ну и молчи себе. Ладно. Присядь у костра, и мы с тобой побеседуем. Как мило, что ты наконец объявился. Наша задача на эту ночь — обрушить сеть затмения. Это я уже знаю. Вопрос — как? Сначала тебе надо проникнуть на главную базу затмения. Чего? На базу. Я постарался и привел тебя к черному ходу. Тебе нужно пройти в расселину.
Дойдешь до базы, увидишь цель. Это древний длинношей, который был изменен. Заберись на него. На верхней стороне диска ты найдешь новый, в общем, модуль. Разбей его, и тогда вся сеть визоров обрушится. Так ты состоял в затмении? Никогда нигде не состоял. Я преследую лишь свои интересы. Но я действительно помогал затмению, пока не понял, как они опасны. Это была ошибка, и я делаю все, чтобы ее исправить. И с чем именно ты им помог? Иди в расселенную, Элой. По-моему, тебе сейчас должно быть не до расспросов.